Долгожданные ампулы с вакциной от полиомиелита наконец-то привезли в Ивановскую область. С начала недели препарат распределяют по поликлиникам региона. Проблемы с поставками медикаментов начались в 2016 году. Последние несколько лет вакцина, положенная по закону, приходила в Ивановскую область не в полном объеме. Данная ситуация, она была связана с закупками у зарубежных производителей. А в связи с тем, что Министерством здравоохранения предприняты все попытки для стабилизации ситуации и запущено производство именно российского производителя. Поэтому мы надеемся, что мы получим полный объем вакцины. Дело в том, что несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения призвала все страны перейти на использование так называемой инактивированной вакцины от полиомиелита. В России на тот момент ее не производили. Из-за резко выросшего спроса Минздрав не мог закупать препарат в нужном объеме. В конечном итоге это привело к возмущению граждан, многие из которых не смогли вовремя привить ребенка от опасного заболевания. В последнее время обращались достаточно много родителей и к администрации нашей детской поликлиники, и к администрации департамента здравоохранения с вопросами, когда же поступит данная вакцина. Нам была информация изначально доведена, что данная вакцина поступит в сентябре, поэтому наши слова благодарности департаменту здравоохранения, что они очень оперативно сработали, и вакцина поступила в настоящее время. В 2019-м профильный департамент отправил заявку в Минздрав на 28 300 доз вакцины. Первая в этом году партия, 7,5 тысяч ампул, в настоящий момент равномерно распределяется по всем учреждениям области. Следующая поставка ожидается в сентябре. В настоящее время запущено в Кировской области данное производство данной вакцины. И в этом году завод выйдет на полную производительную мощность. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем к нам будет поставки в рамках заявленного 28 300. В этом году Минздрав закупил импортный препарат «Пентоксим» французского производства. Розничная цена одной дозы инактивированной вакцины в аптеках около 1500 рублей. Данная вакцина защищает ребенка от 5 инфекций. То есть это коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и инфекции, вызванные гемофильной палочкой. В поликлинике заверяют, что препарат поступил в достаточном количестве и приглашают всех желающих пройти вакцинацию. В департаменте, в свою очередь, рассчитывают, что с запуском отечественного производства в Кирове перебоев с вакциной от полиомиелита в регионе больше не будет. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.